Печальным известием перестало биться сердце человека-легенды, человека эпохи. 24 августа на 99-м году жизни скончался Александр Васильевич Гаврилов, заслуженный артист Российской Федерации, ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Новоуральска. Это большая потеря не только для культурного сообщества, но и для всего города. С 1957 года по 2020 Александр Васильевич служил артистом Новоуральского театра, на сцене которого сыграл более 200 самых разнообразных, колоритных, забавных, глубоко драматических ролей в спектаклях разных жанров. Его творчество снискало любовь нескольких поколений зрителей не только Новоуральска, но и городов, куда театр выезжал с гастролями. У Александра Гаврилова непростая судьба. В годы войны, отучившись в летной школе, он был летчиком-истребителем. Один в своем самолете на огромной высоте он совершил 78 боевых вылетов, 9 из них – сопровождение бомбардировщиков на Берлин. И День Великой Победы Александр Васильевич Гаврилов встретил над Берлином. Заслуги Александра Гаврилова высоко оценены государством. Его воинская доблесть и мужество отмечены наградами Орденом Отечественной войны 1 и 2 степеней, медалями за освобождение Праги, за взятие Берлина, медалью Жукова, юбилейными медалями в честь Дня Победы и Вооруженных сил. Также ему присвоено звание ветеран труда. Неоднократно он был отмечен почетными грамотами, дипломами и благодарностями различных уровней, в том числе почетной грамотой Государственной Думы Российской Федерации, госкорпорации «Росатом», благодарственным письмом Министерства культуры Свердловской области, благодарностью Комитета Государственной Думы по культуре. В 2011 году Александр Гаврилов включен в памятную рубрику «Славные сыны и дочери России» Всероссийской энциклопедии «Лучшие люди России». За большой вклад в сохранение и развитие российской культуры, пропаганду театрального искусства, творческую активность и профессионализм Александр Васильевич был удостоен присвоения почетного звания «Заслуженный артист Российской Федерации». Александр Васильевич был один из старейших артистов не только нашего театра, но и России. Он до последнего служил своему театру, практически до 95 лет выходил на сцену к любимому зрителю. Светлая память о прекрасном душевном человеке, талантливом артисте, хорошем друге навсегда останется в сердцах его коллег и друзей. Прощание с Гавриловым Александром Васильевичем состоится в Театре музыки, драмы и комедии 29 августа в 10:00.